Приветствую, бойцы. Продолжаем тематику антитоп. Играю на стареньких ботах. Естественно, из стареньких ботов я выбираю лучших. Лучший у нас из стареньких ботов — это Меркури, Хаечи, бесспорный лидер, и Спектр. Раньше, когда появились Хаечи, все начали поголовно качать Хаечи, дисбаланс, так сказать, в игре всегда был. И Хаечи называли убийцами всех роботов. Потом вышел Спектр, Спектр назвали убийцем Хаечи. Но дальше пошло уже, сами все знаете, кто играет уже недавно, должны уже понимать, что сейчас Арес, Белый Дракон, в общем, в лидерах. Из новых роботов Рагнарог еще их не распробовали, смотрел, как играют у нас ютуберы, которых разработчики поддерживают. В общем, играют они плохо на новых роботах, возможно, или не привыкли, или роботы хреновые. В общем, моя задача — показать, что на старых роботах, которые давно уже в игре, играть можно. Покупать роботов не обязательно, можно качать старых роботов и убивать новых роботов. Вот такая тавтология. Давайте пробежимся по скидкам. Вот интересная скидочка. Редимер. Мне сказали, читай, пожалуйста, 2Е как И. Режет слух. Ну, если режет слух, если не забуду, буду эту просьбу выполнять. Очень гигантская скидка. Кто заинтересовался, налетайте, покупайте. Можно купить 2 штуки. Вооружение действительно классное. Остальные скидки, как всегда. Без лишних разговоров полетели в бой. Бустеры у меня не активированы. Ну, как видите, это вот перезарядка способностей и прочность робота. Атаки у меня нету. Вернее, есть один бустер, я его оставил на час дня. Час дня подолбимся. Так, среднее время ожидания 6 секундочек. Прошло уже 12 секундочек. И отлично, бой начинается. Тематика, план по видео простой. Первый раз играю гонку за маяками. Если подбор ужасно плохой, то ухожу против всех. Если первый бой нормальный, соответственно, и второй будет тоже гонка за маяками. 2 боя меня просили долго не снимать. Стримы для тех, у кого есть время. Видосики для тех... Ну зачем ты? Я же все бегу. Ладно, давай будем вместе работать по бомбочке. Так. Раз он спешит вперед, я не буду его... лишать этого его желания, да? Охренеть, ё-моё. Ну, понятно, в общем, да? Чё бежал вперед, вопрос? Большой просто вопрос. Пошел, маяк не захватил и слился. Вот он. Причем я пошел за маяком, и он тоже пошел за маяком. Пурсуа бежит, думает, он ноги баттер. Я взял от него просто и упрыгнул. Зеленый дракон меня отоваривает своими тулубасами. Ой, не тулубасами, гидрами встроенными. Так, Пурсуа. Врешь, не уйдешь. А Пурсуа лечится. Так, от зеленого дракона мы спрятались. Корпус робота спрятали и забираем его. Да, полюбил моего страйдера бежать. Маленького, беззащитного. Нет, не прощу. И сейчас войдем под щит какому-то роботу. Так. Блин. Попал мне ровно в лобешник. Получил дробашит. Я уже нажал прыжок влево, но не успел прыгнуть. Так, и. Нам что нужно делать? Много врагов справа, значит, нам нужно идти налево. Где тонко, там и рвется, как говорится, поговорка. Левый маяк нам нужно забирать. Много раз уже получил Меркурий тормозящий дробашип, но не замерз. Причем близко... Вот теперь много врагов уже здесь. Так. Ай-яй-яй. Ну, надо прыгать. Вот, вроде бы как раканутая у нас команда, поэтому вот, даже прыгать не умеет. Это первый робот, первый боец, который, соответственно, еще и толкает меня. Ну, что ты творишь? Ты сейчас меня просто подставишь. Это тот игрок, который вместе со мной побежал зачем-то за маяком. Он должен, если я побежал первый, он должен был побежать тогда за другим маяком. Так, меня сейчас разорвут. Да. Разорвали. Маяк я не занял. Но я смотрю, скорее всего, да, второй будет в режиме против всех. Отлично. Вечный инвиз у парня. Да, вот я отошел недалеко от респа своего, и меня уже отшпиговали. Нашпиговали свинцом. Вот они, стадное чувство, все толпятся вместе, братья. И у нас сейчас заберут респовый маячок, я так понял. Так,
Last N перекачанный до нельзя. Да. Отлично, мы теряем респовый маячок. Но эти каличи сумели захватить один маячок. Справый маячок, серединный. Отлично. Кое-что, а на кое-что они все-таки способны. Так. Отступаем. Там Арес. Аресу я немножко щит зарядил. У нас уже два маяка, отлично. Так, так. Заканчивается способность у Ареса. До свидания, Арес. Было приятно иметь с вами дело. Так, по полоске мы сильно проиграем, проигрываем. Скорее всего, бой этот явно не вывезем. Так, отступай, отступай, отступай. Плюх, плюх, плюх. Полетел белый дракон, как я понял. Да. И я ухожу в ангар, да? Да, ухожу я в ангар. Все. До свидания. Идем в режим против всех. Да. Не повезло. Так, режим против всех. На устаревшем, но хорошеньком ангаре. Впоследствии поставлю, естественно, одного из лучших роботов. Почему лучшего робота 2018 года? Правильно сказал? 2017 года. В общем, спектр поставлю. Убийцу Хаечи. Режим против всех. Карта маленькая. Фура, скорее всего, будет здесь бесполезна. Выходим, естественно, на страйдере. Так. Энергоблоки экономим. Бустеры неактивные, напоминаю. Бустеры на атаку. Так, 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 так. Ты кто? У меня есть 5 прыжков, в принципе, могу от тебя удрать. Кто бы ты ни был. Это Лео, блин. На дробашах. Как-нибудь надо и издалека его шпилить. Да? Справлюсь я огнеметом, спалю его? Или нет? Как вы думаете? У него такое гигантское количество ХП, его хрен убьешь. Отлично, как раз в щелочку урон проходит. А там я вижу Фенрира. Отполовинил Лео, он подлечился, вот он Фенрир. Фенрир сейчас будет убивать Лео. И Лео убил Фенрира. Шикарно просто. Так что вот он топовый робот, это Лео. Вы думали Фенрир, да? Который дорогущий, сколько он стоит? Не знаю, сколько стоит. Буду влево-вправо прыгать. Да, промазает, промазает по мне. Отлично. Шикарно. Получается, Фенрир, Лео убил Фенрира, а я убил Лео. Значит, кто самый крутой робот? Страйдер. Отлично. Примерно 30% хп потерял Арес. Давайте зайдем ему под щит, обрадуем. Привет. Шикарно. Так. Антитоп. Не покупайте, не собирайте Аресов, Фенриров. Ага, давайте позлю разработчиков. Можно играть на старых роботов и нагибать. Да? Давайте, позлим разработчиков. Бизнес им подпортим. Подсолим им, да, так сказать. Отлично. Так, ты кто? О, замерз. Попадаю в него. Вроде урон проходит. Отлично, прям в корпус в инвизии. За счет того, что у страйдера низко расположены вооружения. Вах-вах. Вот это да, страйдер, красава. Также очень неплохо чудит кто? Пурсуа, лечилка, мендер. Также за счет низко расположенных вооружений. Это белый дракон. Белый дракон, где твоя королева? А? Так, 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 так. Вышла третья, кстати, серия. Как там, Игра престолов? И в третьей серии вроде бы как намечается неплохая такая битва, потому что вторая серия закончилась тем, что вот-вот сейчас начнется битва. Мертвечина это пойдет атаковать. Белого дракона тоже сливаем. Отлично, не покупайте белого дракона, не собирайте. Ха-ха-ха. Подпортим бизнес с пиксоником. Не, ну конечно шучу. Хотите, собирайте. Так. А может блин, не шучу. Они не хотят мне роботов давать новых. И для контента, да, просто говорю, дайте для подписчиков мне. 4000 подписчиков у меня на канале. Для подписчиков голды дайте. Не дали. Сказали, у нас другие планы. Ну, другие планы. Вот, будем специально солить. А возможно, не будем солить. Что я имею в виду?
Просто геймплей на старых роботах, без всяких плохих мыслей. Может быть да, может быть нет. В общем, я люблю шутить, попробуйте, разберите, что я имею в виду. Так. Так. Три врага рядом. А это что значит? Это значит очень хорошо. Давайте Фенрира спинку заберем. Бочинку. А возможно, давайте заберем... Блин, не мой килл. И большой бабах. Теория большого взрыва. О, давайте Меркурий называть теория большого взрыва. Смешно? Недолго произносить. Краткие названия должны быть. Также у меня ник Киберсоник. Я думаю, что это как-то долго, да? Канал можно называть Киберсоник. А в игре для короткого обращения, особенно когда на голосе играешь, я думаю, хорошо будет звучать Кип. Сокращение от Кибер, Кип. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Нормальное сокращение. Так. Enemy 2 потерял Enemy 4, второе место потерял всю инициативу. Давайте я проявлю инициативу и подойду к нему. Ух ты, у него новый робот. Давайте антирекламу новым роботом сделаем. Так. Но у него имеется щит. Вот он, щит включил. Он думает, он его спасет. Блин. И под... Ух ты, антиинвиз. Не, братюня. До свидания. Убил его. Кстати, нужно будет поставить инквизитора, да? В обзорчик. Тоже раньше был топовым роботом. Ну и нормально сейчас остается тоже. Ну, из устаревших топовым роботом он явно остается. Так. Все подсохли. Остался один враг. Давайте, наверное, может ему дадимся. Пусть он меня убьет. И не будем выходить в бой. Бой закончится, и у меня будет первое место. Как вы думаете? Вы знаете же мою схему, да? Ход конем. Чтобы... Я не люблю воевать один на один. Против всех не люблю, потому что, как правило, здесь все поумирают, а потом бегаешь 5 минут вдвоем по большой карте. Ну, сейчас, благо, карта маленькая. Да у меня перезарядка. Не. Лезет. Сколько там у него хпшки осталось? Забрал его. Я думал, он все-таки меня заберет. Но. Появился опять. Вот ненасытный, а. Давайте ему отдадимся и не будем. Не люблю я режим против всех. Потому что, как правило, 5 минут ты бегаешь вдвоем-троем. И тем более, если карта гигантская, это вдвойне хуже. Давай, убивай меня. Все, отлично. Кто не знает, имейте в виду. У вас первое место, вас убили, в бой не выходите. Ну, если у вас... вы не хотите набить гигантское количество урона, естественно. Все, бой закончен, у меня первое место. Я получил сколько? 10 голды получил, 1 000 000 урона. А за 1 000 000 урона мне дали... 659, это с премиумом. На этом все. До часу дня, пока.